Яркие, слегка покрытые инеем, обновленные вагоны прибыли в пункт назначения Самару. Их уже успели обкатать. Внешний состав украшен знаковой для города символикой. На стенах изображен монумент ладьи. Голубой вагон бежит, качается, их целых 6. Они преодолели расстояние почти в 2000 километров прямо из Санкт-Петербурга после капитального ремонта. Это фактически новый состав. Он изменился как внутри, так и снаружи. Этим вагонам уже стукнуло 30, еще через 5 лет их нужно было бы списывать. Но решили сделать полный апгрейд и тем самым продлили срок службы еще на 15 лет. Салоны полностью обновили, установили новые кресла, сделали обшивку противопожарным материалом, предусмотрели места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Остаться незамеченными не получится. В новых вагонах установлена система видеонаблюдения. Между вагонами появились так называемые предохранительные площадки, чтобы предотвратить падение пассажиров на рельсы. Была заменена 100% проводка, было заменено все оборудование с истекшим сроком службы. Кроме того, внутрисалонное оборудование потерпело тоже ряд изменений. Здесь установлен абсолютно новый салон, включая кресло, обшивку салона, значит, все соответствующее интерьеру, значит, и противопожарным материалом выполнены все работы. В парке Самарского метрополитена 50 вагонов с учетом вновь прибывших. Напомним, что этой весной организация закупила новый состав, который пригнали из Москвы. Поезда на самарских станциях курсируют каждые 10 минут. Время в пути от одного конца города до другого составляет меньше 30 минут. Самарцы называют метро самым удобным транспортом. Быстрее все равно хоть. Сразу раз на Московской выезжаю, а там уже на что попало. В новом приятнее, конечно. Ну, раз в три ездил. Удобно. Толкучки нет. Думаю, раз в два, наверное, точно быстрее. Это наиболее, так скажем, быстрый, наиболее экологичный вид транспорта. И, в принципе, людям комфортно им пользоваться в любое время года, так как зимой там тепло, а летом там прохладно. Ну и, соответственно, скорость сообщения. Новые вагоны метро самарцы смогут оценить уже ближе к наступающему году. Вместе с тем принимаются все меры, чтобы в сложный период пандемии коронавируса обеспечить работу метро в штатном режиме. Чтобы поездки были комфортными и безопасными, дважды в сутки проводится санобработка подвижного состава и каждые 2 часа дезинфекция поверхностей на станциях. Для минимизации контактов с персоналом запущена система бескассового обслуживания пассажиров. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.